Прямая телефонная линия – эффективный способ коммуникации населения и органов власти. В субботу ее провела председатель Солигорского районного совета депутатов Алла Калеева. Спектр вопросов и проблем, по которым обращаются граждане и которые требуют решения, разноплановый. Один из наиболее актуальных вопросов сегодня – это подключение электрического отопления. Вопрос электроотопления на районе является не только вопросом Солигорского района, но и вообще в целом, потому что мы сегодня развиваемся, построена новая атомная электростанция. Люди, конечно, понимают, что у нас появилась своя электроэнергия, и достаточно комфортно и удобно перейти на электроотопление. Говорят, что это еще и дешево, и люди активно обращаются. Но, к сожалению, в населенных пунктах, в ряде населенных пунктов присутствует газ. Там, наверное, логичнее делать газовое отопление, потому что сети уже не новые, и все к этим сетям подключиться не могут, потому что просто не хватает мощности. В ряде населенных пунктов, где даже нету газа, люди уже подключились, и сети были также рассчитаны на определенную мощность, и тоже не всем хватило мощности, чтобы подключиться к электроотоплению. Поэтому возникает эта проблема. Люди звонят практически на каждом прямой линии, на приемах в сельских населенных пунктах люди приходят и с вопросом, почему сосед подключился, а я не могу. И сегодня точно такой же вопрос был задан. Но, тем не менее, есть планы у электросетей замены электрических линий на более мощные, чтобы в последующем люди могли подключаться. Но, к сожалению, эти планы в один день и в один год сделать невозможно. Поэтому есть некая такая очередность в Министерстве энергетики, когда происходит замена этих линий, и в последующем люди будут подключаться. Прямая телефонная линия с главой депутатского корпуса проходит ежемесячно. Кроме того, ведутся личные приемы граждан и встречи с трудовыми коллективами. Каждый озвученный вопрос рассматривается индивидуально. Ни одно обращение не остается без внимания, все берутся на контроль. Ведь главная задача органов власти – найти решение каждой проблеме.